Армения должна перестать героизировать пособников фашизма. Только в этом случае Ереван может рассчитывать на добрососедские отношения со всеми странами, считает Роман Гуревич, почетный посол еврейского агентства в Азербайджане. В Армении напротив дворца президента поставили недавно памятник Гергену Нжде. Это человек, который говорил о том, что во время войны тот, кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. В Армении говорят, что это не имеет никакого отношения к нацизму, хотя он и помогал Гитлеру объективно во время войны, что это помогает идее, национальной идее Армении. Я понимаю, может быть, это и помогало национальной идее Армении, но мы, евреи, мы хорошо понимаем, что было бы с еврейским народом, если бы Гитлер в той войне победил. Может быть, это мешает отношениям с более тесным, более близким с Арменией, но вы понимаете, Израиль готов налаживать хорошие отношения со всеми странами, но такая готовность, она должна быть взаимной.